двигаться, задние будут постоянно вести огонь по вот этим крышам. Вот, видишь, пули летят? Не видишь? Вот ниже посмотри, видишь, там такая, как сказать, вот где граната взорвалась, там смотри, бревна, видишь, накиданы? Вот там просветы такие в этих бревнах. Посмотри, вон там. Так, Алик, левому флангу, левый фланг. Слушайте, вы пока остаетесь на своем месте, никуда не идете. Вот кто самого лева стоит там, сидите и просто простреливайте. По команде дойдите прикрытие. И все, вам пока никуда суваться не надо. Мы сейчас пойдем чуть-чуть вдоль речки, чуть ниже спустимся и по ущелью попробуем пройти. Там лес свободный или нет? Убили, наши. С крыши убивают их. Вон ущелье, надо в ущелье пробиться. Давай. Аккуратно крышу смотри, чтоб не убили с крыши. Артуха, аккуратно смотрите, чтоб крыши не убили. Головы вообще не поднимайте. О, вот оттуда лучше, по-моему, стартовать. Как думаете? Что, хороший? Да. Высунуть это смеша же. Будет. Сейчас. Сгруппируйтесь и не высовывайтесь пока. Левый фланг слышит меня. Прием. Левый, прием. Левый, смотрите, парни. Наша группа сейчас штурмовать будет с этого, со стороны ущелья, поняли? Вы нас видите, правильно? Сейчас мы что делаем? Я закидываю гранатами там немного, потом кидаю дым и начинаем прикрытие по команде, прикрывать начинаем по всем точкам. Вы стреляете по ближе к левым точкам, ну короче, стреляйте, обстреливайте все точки, а мы тоже поможем со своей стороны. Только знаешь, как бежать? Не вот так, так, а сейчас... Саня! Мы давай, да, наверное, подальше выйдем. А вон, ты... один тело вон там. Нет, ты же по тепловизору. Да. Не, мы не видим, мы не стреляем. Дерево не шатай, а что это с тобой? Я не трогаю. Я поэтому шатаю. Спрятал. Вон, где труба, на трубе тип. Прям на трубе? Не на трубе, в районе трубы, там. Под трубой, да? Левее. Упавшее дерево, наверное, он прямо на дереве стоит, только где корень. На углу крыши. Блять. Где ветки вот лежат на нем? Да? Тихо. Кто-то тут рядом. Алик, короче, вам надо опасный участок пробежать и будет заебись тогда. Самое легкое, да? Да. Давай. Ты вот отсюда лучше кидать, наверное. Ты попадешь точно? Коллайдер, ты готов вообще? Коллайдер, что происходит? О, слишком далеко, ёпта. Я что-то слишком далеко кинул. Ну нормально, в принципе. Задыми сейчас. Все постреляют. Так, готов ты, Гера? Нет, Гера, я скажу, Гера.
Так, по моей команде сейчас начнем прикрытие со всех, кто может, кто меня слышит, со всех стволов. Вот посередине бы еще один. Нету больше. Все, Сань. Что делать? Дым заканчивается, бежать, не бежать. Не заканчивается пока. Надеюсь. Пока он не заканчивается. Не, тор... не этот, не надо. Пускай чуть-чуть опустится. Ну все, можете давайте. Давайте прикрытие, парни! Пробежал! Все бегите, все! Все бегите! Пробегаем, пробегаем! Так, давайте вторая группа, приготовьтесь, вторая, кто там живой, быстрее сюда, сейчас второй этот будет, вторую волну сейчас замутим. Внутри в чердаке сидит человек, да, под, прямо под этим. Под хуйней, как я и говорю. Блядский ветер нету, понял? Давай, прикрываем! Давай. Пошли, пошли, пошли. Парни, пошли. Остальные свободны, побежали. Пробежал. Артуха! Давай, давай, давай! Давай, проходите, проходите! Блядь, горка! Вперед! Артуха, мы идем в здание сейчас, садимся. Сейчас спускай. Да. Иди сюда. Ой, ёб твою, это что такое у тебя? Это Вася пиздец. Меня. Надо подползти вон к тому краю. И там двухэтажное здание. Нижний этаж, сидит скирда. 2 секунды ждешь, кидаешь туда, вытаскиваешь дудку, начинаешь в ту темную комнату стрелять. Понял, о чем я говорю? Нет, пока не понял. Вот смотри, за этим зданием есть двухэтажный, вон там. Но. Правильно, вот тут. Второй этаж и первый этаж. И лестница такая. Ага. Вот где первый этаж, там темная такая хуйня. Он там сидит, пидорас, и стреляет. Куда? Понял? Ага. Надо подползти и ёбнуть фраера, кинуть гранату, ёбнуть его там. Я сделал, просто у меня одна жизнь всего. Ну я, ладно, хорошо, рискну я. Хорошо, я рискую. Давай, смерть ему, что ли, твою. Она горит? Да, красным загорелся. Взорвали пацана. Теперь остались вот этот угол. Смотрите, вот угол.